путем. Чтобы строить Ниагарский водопад. Ой, да. Это точно. Да, он доставляет удовольствие. И, короче, крутая штука. Вообще. Я бы сказала, крыша, значит, висящая. И это произошло практически через 10 секунд, наверное, использования детеныш, если честно. И такого у меня никогда не было. Вот. И даже немного не по себе было. Вот, поначалу. Отзывы... Ну, у него на Озоне там где-то отзывов 700. Вот, и они в основном как бы... даже не то, что положительные, а восхищенные просто. Вот, так что если вы ломаете голову над тем, что подарить, не знаю, короче, кому угодно, женского пола, там, подруге, девушке, сестре, маме, бабушке, вот, то это, я думаю, просто вообще, это, да, конечно. Это вообще просто, это, ну, даже, это небо и земля, это вообще не сравнить. Я как называю, все свои бабки купил. А у меня есть в этом, короче, под стримом баннер, подарок стримеру, вот. И там, ну, вот эта штука, она была в списке моих желаний, то есть, ну, ты можешь просто прям прийти, наверное, по ссылке или загуглить эту штуку. Ну, там какие-то есть, по-моему, у него разные версии, ну, или, типа, поколения разные, пускай, я точно не знаю, вот, но именно, типа, какой-то линчик, ну, вот, количество отзывов. Возможно, ну, типа, там тоже какое-то соотношение цены, качества и всего-всего. Круто, что сервис быстро доставил. Да, мне, кстати, доставил мужичок такой в какой-то камуфляжной форме. Он просто такой выскочил из лифта, такой, фамилия. Я сказала фамилию, он такой, все, свободны. Привет, старский. Но есть различные режимы, ну... Там, по-моему, 11 режимов. Вот. Но я до такого не доходила. Благодарю за подписку. Hello. Правда. Так ты там решилась? Да я просто добавила вот эту штуку, типа, подарок стримеру, желание и... Вот. А теперь... Достаточно быстро его осуществил. Рапер моей бабки все равно фигню всякую покупать. Я тебя уверяю, что даже несмотря на то, что твоей бабушке 82 года, ей понравится эта штука. Прям вот уверяю. Тебе нужно будет только вообще убедить ее, что это не какая-то там шайтан-машина. Чеков из Рози ранее, что мы вставляли телопредуподобно. Да я вот сама тоже, ну, как бы, прочекала сначала там отзывы на Озоне, потом просто на Яндекс.Маркете и, короче, да, везде пишут, что это вообще... Ну, блин, да, пишут правду. Попы, ну, можно вставлять, но, типа, ну, как бы для этого не предназначено и не нужно. Вот, но в принципе, если тебе очень хочется, ты можешь это сделать. Когда будет стрим, где ты будешь делать то же, что и ВР-ка на оповещении. В смысле, пить? Так не взорвется. Я не знаю. Да, там, да. Вера, ты мою бабушку не трогай. Не, ну вот, я просто думаю, да, понятное дело, для всех нас, там, типа, знаешь, мамы, бабушки, это все дела, и, типа, в Советском Союзе секса не было, и,
ну и как будто, знаете, они типа вообще не в курсе о том, что такое секс там, или мастурбация, или еще какие-то такие вещи. Вот. Но не знаю, мне кажется, что если бы я была 82-летней мамой, мне такое подарили. Ну, блин, ну может быть, конечно, если бы это мне подарил мой внук, ну, не знаю, я бы засмущалась, и мне как-то было бы не по себе, но вообще, типа, попробовать попользоваться такой штукой, это я думаю. Я шучу. Пить, пить. Да вот теперь я не знаю. Вдруг еще какой-нибудь мальчик или девочка. Может быть, мне стать обзорщиком таких штук? Всяких интимных игрушек? Блин. Капец, молодец. И фон деликатес. А на себе она типа экономит?